люблю читать размышления известных людей. Вечный, беспредельный, всеведущий, всемогущий Бог прошел мимо меня. Я не видела его лицом к лицу, но отблеск божества наполнил мою душу безмолвным удивлением. Карл Линней, шведский ботаник и зоолог. Удивительно, когда человека касается Божья рука и Божий свет. Это как личное переживание. А вот Блез Паскаль, французский ученый и философ, как сказал, открыто являясь тем, кто ищет его всем сердцем, и скрываясь от тех, кто всем сердцем бежит от него, Бог регулирует человеческое знание о себе. Он дает знаки, видимые для ищущих его, и невидимые для равнодушных к нему. Тем, кто хочет видеть, он дает достаточно света. Тем, кто хочет видеть, он даст этот свет. А тем, кто видеть не хочет, он дает достаточно тьмы. А вот как чудесно сказал Уильям Шекспир, английский поэт и драматург. «Я вручил мою душу в руки Бога, моего Создателя, и абсолютно, непоколебимо верю в Иисуса Христа, моего Спасителя». Чудесный воскресный день. Православные сегодня отмечают вербное воскресенье. Славянские народы тоже отмечали этот праздник. Как-то это все слилось в одно такое созвучное поклонение тому, кто невидимый, тому, кто сама любовь, тому, кто дарит жизнь. Прекрасного воскресенья!